Украину, являвшемуся естественной границей между Германией и Францией, русско-прусско-австрийские войска подошли уже в конце 1813 года. Как пишет военный историк Михайловский-Данилевский, Александр I не хотел даже долго останавливаться на Рейне, а идти прямо в Париж зимою. Но союзники наши как будто оробели при виде границ Франции, вероятно, от неудачных покушений их в прежние войны. Первого января 1814 года русская гвардия во главе с царем пересекла Рейн в районе Базеля. Другие корпуса союзной армии вторглись во Францию 10 днями ранее. Решающую роль в кампании 1814 года сыграли сражения, данные французам прусским маршалом Блюхером. Вначале он терпел поражение. Однако в сражениях при Краоне и Лаоне разбил самого Наполеона. В названных боях участвовали 1-й и 9-й башкирские полки, взявшие в плен множество французов. Рисунок Кнетеля «Пленные французы под караулом башкиры калмыков» иллюстрирует итог одного из множества сражений, во время которых ирегулярная кавалерия массами захватывала в плен солдат противника. Мы видим группу французских солдат-гусар, кирасиров и пехотинцев, конвоируемых несколькими башкирами и калмыками. Они вооружены пиками, луками со стрелами, саблями, пистолетами и ружьями с длинными сошками для фиксации оружия при стрельбе. Жители города угощают их домашней едой и вином. Отношения с местным населением у башкир и казаков всегда складывались хорошо, что в Германии, что во Франции, несмотря на наполеоновскую пропаганду, изображавшую их звероподобными существами. Сохранилось множество свидетельств, письменных, документальных и визуальных, их мирного общения. «31 марта 1814 года русская и прусская армии вступили в Париж. А вместе с ними 2-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й башкирские полки. После взятия Парижа в него были введены русские войска, в том числе были башкиры. Известно по документам, что в составе русских войск в Париж вошли 5 башкирских полков». Полностью, и из 4 полков отдельной команды. То есть 9 полков, мы говорим, о присутствии их в Париже. Это были 1-й, 2-й полк, 9-й полк, которые шли в авангарде наступающих армий. Это были команды 5-го полка и других полков, сотни, полусотни, которые были в конвое генералов и других чиновников, офицеров и так далее. Эти полки были расквартированы на Елисейских полях вместе с донскими казаками и в Булонском лесу. Немецкий живописец Георг Эммануэль Опец в марте 1814 года оказался в Париже, результатом чего стала серия акварелей, живых и забавных по своему содержанию, одна из которых называется «Калмык заставляет еврея резать свинью», хотя на ней изображен, по всей видимости, башкир, так как одежда персонажа картины явно башкирская. Что интересно, почему башкиры именно с казаками были расквартированы в Париже? Ведь в Париже из русской армии была расквартирована только гвардия. Вся остальная армия была выведена из города. Почему? Потому что Александр I немножко стеснялся своей оборванной армии, но пока шла с походами, она пооборвалась, так сказать, поиздержалась. И он не хотел вот показать армию такую, ну, поистрепанную в боях. Но башкир он вел туда намеренно. Это было связано с тем, что у башкир было парадное обмундирование, которое они сохранили, это раз. Во-вторых, Александр I, вот, памятуя те самые пропагандистские уловки французов 13-14 годов, которые говорили о том, что башкиры там людоеды, дикари, он как раз хотел и показать французам, что какая у него большая армия, какая у него империя, какие у него есть народы, и что это не дикие народы, а это народы, которые смогли разбить врага и дойти до его столицы. Поэт Николай Батюшков писал в те дни: «Кипел бульвар в Париже так, народа праздными толпами, когда на нем летал с нагайкою казак или северный амур с колчаном и стрелами». Само название имело
не совсем серьезное происхождение. Дело в том, что французы начала 19 века привыкли видеть с луками и стрелами амуров, которые изображали в контексте именно культуры ампира, стиля ампира. И увидев живых людей, вооруженных этим, казалось, несерьезным оружием, естественно, французы отнеслись к ним несколько иронически. Однако после картины Венецианова, который рисовал карикатуры, в том числе и на французов, и в одном из сюжетов он вывел башкира и назвал его Северным Амуром, появился новый контекст. И в российской культуре это название уже не рассматривалось как шуточно-ироническое. На рисунке Венецианова башкир убивает четверых французов. Какие тут могут быть шутки или ирония? До наших дней дошло несколько картин, отражающих пребывание башкир в столице Франции. Французская акварель неизвестного автора называется «Башкиры в Париже». На глазах у изумленных парижан они поют в фонтане своих коней и демонстрируют свои луки. Конечно, у них есть и привычное для европейцев огнестрельное оружие, но оно не интересно ни автору, ни жителям города. Все их внимание сконцентрировано на этом пережитке Средневековья. По окончании кампании 1814 года начался Венский конгресс, выработавший новую систему международных отношений. Французский министр Толеран, в надежде повернуть вектор европейской политики против России, разыгрывал тему восточных варваров, угрожающих западной цивилизации. «Соединялось же христианство против мусульман несколько веков тому назад», — заявлял он. «Почему же ему не соединиться против калмыков, башкир и северных варваров? Мы не позволим, чтобы над нами насмехались». Вот это, вот этот миф о том, что с русским царем пришли орды азиатов, дикарей, варваров, башкир, калмыков, казаков, он имеет давние корни. Он был еще создан Фридрихом во время Семилетней войны, затем продолжался во время Русско-шведской войны. Наполеон его лишь развил в 13-14 годах. И что интересно, в дальнейшем он будет повторяться в течение 19 века. И во время восстаний и революции в Европе, когда будут пугать, что русский царь Николай сейчас пришлет орды башкиры, калмыков и казаков, которые здесь все погубят. И во время уже Второй мировой войны, когда гитлеровская пропаганда распространяла совершенно такие глупые слухи о толпах башкиры и диких народов, которые в армии Сталина там воюют против вермахта. И в годы Холодной войны вот этот миф о армии азиат и восточных дикарей, которые опасны для европейской цивилизации, он будет много раз повторяться. Однако сами европейцы мало верили этим пропагандистским памфлетам. Выходцы из Франции уверяют, что француженки не очень баснями их напуганы и что, напротив, многие из них любопытствуют увидеть этих варваров и почитают невеликую бедою, если через несколько времени будут вокруг их прыгать маленькие казаки и башкирцы. Из записок адмирала Шишкова. В 1814 году башкиры отправились домой и на обратной дороге, проезжая через немецкий город Веймар, случайно встретились с великим Гёте. Эта встреча была связана с обыденным случаем. Башкиры просили провести свой намаз, молитву в помещении гимназии, потому что была плохая погода, они хотели провести в помещении. Городские власти дали согласие, и Гёте был об этом извещен, и он приехал посмотреть на то, как башкиры проводят намаз в мужской гимназии. Командиром башкирского отряда был некто Усман Гумеров, которого Гёте именует «башкирским принцем». Символом мирного контакта цивилизации и полного взаимопонимания между их представителями стал мусульманский намаз, совершенный в христианском храме. Кто бы мог предположить еще несколько лет тому назад, что в нашей протестантской гимназии будет проводиться магометанское богослужение и будут бормотаться суры из Корана, и все же это произошло. Мы присутствовали на башкирской молитве и приветствовали в театре их принца. Йоган Вольфганг фон Гёте.
Башкиры подарили Гёте самое дорогое, что у них было, это оружие, лук и стрелы. И Гёте с благодарностью этот подарок принял. Он его долгое время хранил у себя над камином, а затем он хранится в его музее в Эмре до сегодняшнего дня. В свою очередь Гёте пригласил башкир в театр вечером, и делегация башкир посетила театр. Бывший в первом башкирском полку полковым командиром Есаул и ордена Святой Анны третьей степени и Владимира четвертой степени же кавалер Ихсан Абубакиров был командирован и сначала поступил сотенным Есаулом и, отправляясь в поход в армию, действующую против французов в прошлом 1811 году, мая 10 числа, и находясь по 1814 год в походах и отличив себя храбростью, а именно под Гродно, Смоленском, Можайском, Москвою, Малым Ярославцем, Дюссельдорфом, Берлином, Дрезденом, Лейпцигом, Лаоном и при сдаче города Парижа, был с полком 1814 года марта 18 числа, за что и имеет на Георгиевской ленте серебряную медаль. В послужном списке Ихсана Абубакирова отразился почти весь боевой путь башкирского войска в годы Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. Хочется представить себе, как эти воины после стольких лет походной жизни возвращались к себе на родину, в родную Башкирию. Кто-то вез трофеи, кто-то, как гласят некоторые предания, французских жен, а кто-то просто воспоминания, отраженные в песнях. Немецкий художник Шультен увидел целый башкирский полк в движении. Вероятно, они едут домой. Настроение у всех приподнятое, так как их дорогу скрашивает музыка своеобразного полкового оркестра. Один музыкант играет, по всей видимости, на курае, другой на флейте, третий на башкирской виолончели – кыл-кубызи. Но символом той героической эпохи является, на наш взгляд, картина Александра Орловского «Всадник башкир». И в Москве бывали мы, и Париж видали мы, и захватчика француза хорошо бивали мы. Молодец, молодец.